Настя, здравствуй. А это вы через какой? Это я вышла. Здравствуйте, Луиза. Поделиться трансляцией со своими читателями. Привет, девчонки. Здравствуйте. Так, это я выхожу. Привет, привет. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте, здравствуйте. Привет, Израиль. Дождем немножечко всех. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте, перископчане. Здравствуйте, девочки в Инстаграм. Добавляйтесь. Что? Новинки? Новинки. Артнайл. И эти привет, палечки. Привет. С лаком. Сейчас я вот так помашу. Здравствуйте, всем. Лара. Всем помашу. Лейсан, наверное, да? Здравствуйте. Угу. Помахать. Всем помахать. Всем привет. Долго ну ждать что, не будем. Да, поехали. Начнем? Потихонечку. Масло. Ты рассказывай. Угу. А я уже буду просто... Добрый день, девчонки. Пришли новиночки Art Nile. Дополнение к осенней коллекции. Мы говорили вам о том, что у нас идут. Скоро придут еще немножечко новиночек. Но это будет немного позже, уже ближе к осени. Пополняем свои палитры осенними цветами, готовимся заранее, потому что, несмотря на то, что еще пока лето, наши клиенты, конечно же, пока еще ездят на моря теплые, но готовь сани с лета, как говорится. Вот, пришло 6 новиночек, сейчас мы вам выкрасим, покажем. Наконец-то появились цвета, которые очень давно просили и хотели, эксклюзивные цвета. Колористы замешивали по нашим просьбам так, то, что мы хотим. Именно оливочку мы хотели. И такой, как это? Вот эта штука. Это тыквочка. Тыквочку, да, тыква. У нас второй цвет тыквы. Такая грязная прям тыква осенняя. Сейчас будем смотреть. Убираю фокус, чтобы не мешался, да, немножечко. Ну, вот да. Так отодвину и приближу. Здесь приближу, и здесь. Да? Так, постараюсь как-то подлезть. Не шатать. Гель-лаки 10 миллилитров, объем 10 миллилитров, очень плотные, девочки, не забывайте о том, что из-за того, что гель-лаки очень плотные, наносим в 2 тонких или один плотный, если вы уверены в своей лампе, если лампа ваша новая, потому что гель-лаки очень сильно пигментированные, чтобы они просыхали хорошо. Я работаю всегда в 2 тонких слоя. Один прям развазочный, простирочный, и второй уже такой полотняненький. Не залезла. Где? Куда? Сюда не залезла, сюда не залезла. Да? А я наоборот сюда смотрела, залезла. Так. Вот она. Средней консистенции, не густые, не жидкие. Так, у нас уже третий телефон добавился. Я между выглядываю. Я вообще хочу четвертый еще телефон. Боже. 2 перископа. Сразу, чтобы в BBC выходило. Нет, смотрите, 2 перископа, 2 инстаграма. А, перископ один, может быть. Да. 2 инстаграма, перископа. Как это везде перископ могли нас видеть? Ты не протерла опять? Не-а. Зачем? Россия, действительно. Мы покажем, как можно покрывать ковер. Да, наносим 2 тонких слоя. Растираю, несмотря на то, что видите, девочки, я растираю очень-очень плотные все равно. Убираю всегда излишки с кисти. Гель-лаки очень плотные. Цвет 0,25, смотрите, да? Кисточка прям вот она сухая. Я еще раз продавливаю. Он очень хорошо самовыравнивается. Одного слоя достаточно, но мы работаем в 2 тонких. Неудобно выглядывать. Да уж, как-нибудь, Настя, выглядывай. Добрый день, мальчики тут тоже растираю. Есть. Растираю. Добрый день, мальчики. А, это ты про себя? Да, там написали. Добрый день, девочки. Да. Самый хорм. Дискредитация. Так, вот так вот чик. И будет хорошо. Угу. Это был номер 25. Номер 26. Чуть-чуть темнее предыдущего. В паре потом мы вам их покажем.
Они отличаются, все цвета, да, у нас говорит, цветов мальчики тут. Похожих у нас нет. Убираю излишки с кисточки. Очень плотные баночки, полные, поэтому, чтобы с черенка не стекало. А как правильно? Я забавила и нет. Кисточки. Давай я тебе буду их просто... Да, сдувайте хотя бы. Сдувать, да. Растираю, убираю излишки. Видите, какой плотный? Еще раз прям продавливаю, делаю два тончайших. Один вообще буквально полупрозрачный я делаю, втираю. То есть я так работаю на клиентах. И лампу. Переворачиваем. Спасибо большое, Яночка, девочки. Да, мы тоже тащимся, мы тоже обожаем. Да, я всегда говорила, что работать, именно вот работать, удовольствие с этими гель-лаками. Теперь, когда девочки пишут отзывы, они тоже пишут: одно удовольствие работать вашими гель-лаками. Потому что реально, когда ты работаешь, ты кайфуешь от того, что никаких проблем нет, никто никуда не затекает, никто никуда не убегает, проплешин никаких не оставляет, миллион слоев делать не нужно. Очень сильно облегчает работу. Тут спрашивают: Луиза, а кто этот молодой человек? Я даже засмущался, не знаю, как представить. Этот молодой человек? А кто спрашивает? Елена Щербакова. А, Леночка. Лена Щербиненко, что да. ли? Ой, Щербиненко, извините. Щербиненко, да. Леночка, это мой зять. Щербиненко, да, прошу прощения. Да, да, да. Альберт у нас руководитель отдела оптовых продаж. Поэтому, когда, девчонки, вы пишете просьбы о, ну, заявке, да, свои, пришлите там оптовый прайс, отвечает вам Альберт Баязитов. Вот, не пугайтесь, это наш... Наш зять. Наш зять, да. Наш руководитель оптового отдела, да. Он занимается оптом. Растираю. Он в этом хорошо разбирается. О! Че? Помахать. Испания. Мадрид. Привет. Мадрид, hello. Нет, хола. Хола. Хола, Мадрид. Бонжорно. Да. Мне сегодня написали. Это же правильнее? Ну, это по-итальянски. А по-испански? А, мне привет, надо просто хула. Очень много иностранцев пишет, и мы скоро станем полиглотами. Ну, наверное, скорее всего, мы научимся здороваться на всех языках. Да, вон помахали. Hello, Jennifer Nails. Yeah, hola. 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 Вот она, девчонки, тыква грязненькая такая, осенняя тыковка. Не, просто кто не понимает, реально, мы последние дни отправляем Израиль, Сербия, Италия, Испания, Германия. И учим иностранные языки. Да, у нас очень много заявок из-за рубежа, поэтому мы прям... Спасибо за сердечки, кто-то нам даже сердечки ставит. Спасибо за сердечки и за приглашенных читателей, девчонки, все, кто делится. Додика я в черный список отправила. Чёрный. А он привет Додике пишет вам. Луиза, настройте, пожалуйста. Ага, да, это да, я убегаю. Тут с Додиком сражаюсь. А это просто залетные, которые заходят в перископ? Помахать, помахать. 30-й теряет цвет в носке на солнце, возможно. И 31-й тоже немножечко бледнеет. Есть такое дело. 30-й? Да, 0,30. А так пишет очень классно. Ага. Да, девчонки, есть всякие нюансы, как говорится, в разных цветах. Да, все зависит от химии пигмента и так далее. Вот мы заметили с Анастасией 31 цвет. А вы вот нам пишете, я 31 что еще не заметила. 0,31 ты говорила, нет? Или это я... было давно. А, когда это у нас, первый, помните, да? Ну, может было. Быть, да. Может быть, из старой палитры, да, коллекции, ну... у вас. 240-й цвет. Вот это наша долгожданная. Да, Оль, самое оливочка. Главное палец перевернуть. Так, у всех я на виду там. Высокого, 0,31 классный. Да, вот у нас сейчас 0,25 и 0,26 на ней, на похоже где-то, да, Настя? На, да, они... Вот 31-й был такой ходовой, нюдовый, очень красивый цвет. Его он вообще был, он и есть. Мои клиенты... Ну да, мои клиенты его сжирали и жрут до сих пор. И теперь вот появились еще два оттенка наподобие 31. Ну, мы сейчас для сравнения вам все покажем. Очень красивый, смотрите, оливочка, девчонки. Угу. Передаем привет всем, кто нас смотрит. Да. Да, это очень приятно. Никита, Стас, получил. Андрей, Изюша, Метелкин. Ох, какой красивый цвет.
Вот как не засвечивается. Девчонки, вот это осень. Вот этот трендовый цвет тоже этой осени. Сейчас я вам все соберу, покажу. Так, переворачиваем, полимеризуем. Выкрашиваю. А, у нас еще же остался серия S 44. Новый цвет. Он, знаете, сейчас я буду так, рассматривать вот, его. Очень классный, да. И говорить, что там есть. Коричнево. Вау, прикольно. Ой, очень нитивый. Плотный, кстати. Да. Смотрите, как на прозрачные типсы ложится. Коричнево. Обалдительно. Смотри, что, да? Убираю излишки с кисточки и еще раз растираю, чтобы слой не был плотный, толстый, чтобы не давал лишней толщины на торцах. От кутикулы возьми, Настя, а то опять двойной блик идет. Я их буду фоткать. Постарайся. Да, а сделать. Я вот для фото еще сделала отдельные. А, уже сделала? Нет, вот они. Лежат, чтобы вот покрасить. А то я думаю, в перископе я их тут да, это... под телефонами навряд ли ты что-то сделаешь приличное. Ну, ладно. Так, это сейчас я заполимеризую, и мы попробуем с вами поймать на фото, на видео блесточку. Показать. Второй слой уже по-быстренькому выкрашиваю. Угу. 25-й. Очень красивый цвет. Очень. Мне тоже кажется, вот он будет очень ходовой опять с моих, ну, среди кожа, моих клиентов. Конечно, очень хороший, да. Угу. Нюдовый, нежный, классный. Сейчас. Я теперь хочу себе намазать, но у меня после ремонта руки... Руки-хрюки у меня. Нужно делать маникюр. Кстати... Нужно делать маникюр. 25-й. Точно. Очень же даже красивый. Мне очень мне нравится. Растираю, растираю. Убираю излишки, не давая ступеньки. Переворачиваю. Настюха, ты можешь этот маникюр пить тут. 26-й. Вкуснявые цвета. Червененки, Лен, да, Леночка, красивые. Это ты где там? Вот, вот в Ютубе. Лена в Ютубе, да? Да. Червененко. Ну, наш видимо, Лена. Да. На, моя свекровь. Моя свекровь. Конечно. Свекровь, ты что ли? Она. Может, там новая у меня свекровь? Развела свекровь по всей России. И не только, кстати. Объем 10 миллилитров. Убираю излишки, девочки. Полные толщину бутылочки. Стараюсь не давать. Видите, прям сухая кисточка. Еще раз убираю. Переворачиваю. Спасибо за сердечко. Главное нажимать. Так, 129. 10 миллилитров стоит 290 рублей. А? Да, ничего не можно с этим сделать, моргает. Спасибо за сердечки, Линочка. Это Линочка нам сердечки ставит. Спасибо, Линочка, тебе за сердечки. Кто? Юля тоже. Юлечка. И Юля здесь у так, нас. Подождите. Да, можно вечно смотреть, пишет. 129-й. Переворачиваю. Я, мне кажется, пытаюсь быть под всеми телефонами и да, не бываю да, нигде. Да, не переживай. Вот так вот. Настя, да? Зачем ты двигаешь? Им а он в углу. Перевернутый смотреть не надо, нет. А когда ты красишь, он в центре. Смотрите. Ну что, хозяйка, так, нет, Булгары. Заколебался разнимать уже, да? Вот, видишь, она там. Ой, телефон. Я в деревню жить переехала, и нет плохой, YouTube еще тянет. Понятненько. Спасибо большое за приглашение читателей. Лена, что ли? Лена переехала в деревню. Лена в деревню. И интернет не тянет.
Спасибо, что делитесь трансляцией. Это всегда очень приятно. Это ж как осточертела Москва-то. В деревню уехала совсем. Ну вот. Кто-то в столице рвется, кто-то из столицы бежит. Так, 240-й. Мне кажется, после Москвы все деревня. Ну да, вообще-то. Ну разве что Нью-Йорк. Я думал, Самару скажет. Спасибо, Лейсан, за приглашенных читателей. Убираю излишки. Молодцы, девчонки, не жадничают. Девчонки, здесь, кстати, есть мелкое-мелкое вкрапление шиммера, буквально еле заметное, такой дает небольшой блеск, перелив, но он, знаете, не сильно читаемый, но он присутствует. Может быть, вам видно его вот по блику. Так, сейчас. Ой, Альберт, простите. Видите? Мне кажется, вам видно. Красивый такой оливковый цвет. Прям осень-осень. Осень-осень красивый. Наталью вышибает и вышибает. Она все время возвращается к нам. Интернет не ловит. Осень-осень красивый. Да, осень-осень красивые цвета. Ну, просто разговаривать не умеем. Это как я вчера после зубного. Да. Мы с Линочкой вчера как будто подрались. Зуб. Причем мне больше досталось. Да. Так, я убираю лампу и вам попробую показать все переливчики. Да, это сейчас светом. А топом потом, да, перекроем? Так. Да-да, не будем. И, девочки, спасибо, наконец-то Наталья, появилась хорошо. Долгожданная маслица, которая у нас была, помните? Какое? Лилия. Угу. Лилиюшка. Вы очень давно просили и хотели. Кто-то покупал его, потом у нас его не было. Да, теперь опять появилось. Приятный аромат. Масло для кутикулы, ногтей. Давай. 10 миллилитров. 180 рублей. Теперь оно у нас есть тоже в продаже. Заказывать можете на сайте. Так, бумажечка подсунула. artnail.com. Да, либо вот наши контакты. Как? Да вот как. Вот, смотри. Анастасия и Луиза. Пишите, кому хотите. Либо заходим на сайт и заказываем там. Да. Так, заполимеризовался? Да. Покажи нам. Думаю, что вместе. Да. А онлайн-казино будем рекламировать сегодня? Онлайн-казино? Да. Ставки на спорт. Да почему бы нет? Мы все можем. Так, где я? Где ты? У меня здесь все в порядке, вот прям как есть. Угу. Тоже отлично. Так, сейчас я попробую вам в экран показать. Там темно, давай чуть поближе к свету. Прям чуть-чуть туда. Что-то вот. Мне правда тоже темно. А, у тебя яркость убавлена на мобиле. Угу. Поэтому так. Вот такие вот блесточки красивые. И здесь, если вы посмотрите, они тоже... Ну, здесь прям незначительные, но они есть. Видно будет, нет? Чуть-чуть, да. Угу. Какие красивые цвета. Вот это вот, девочки, осень. Обалдеть. Осенние трендовые цвета. Они тоже будут добавлены в коллекцию осеннюю. Долгожданные наши вкусняхи. И вот эти нюды. Круглогодичные. Смотрите, какие красивые. Вот мне очень нравится 25-й цвет. 26-й тоже красивый. Да. Они в паре вообще смотрятся. Ну, я-то себе же буду 25-й мазать. Поэтому он мне уже нравится еще больше всех на свете. Эти цвета нереально плотные. Какие-то срочно хочу все. Покупайте, девчонки, 10 миллилитров, 290 рублей. Привет, да, всю палитру можно увидеть у нас на сайте artnail.su. Да? Все, девчонки, да, скриньте. Сегодня будут они там. Нет, завтра. Мы сегодня завтра только сделаем фотографии, и на сайте они появятся только завтра. Ты не успеешь сегодня, Альберт. Если успеем сегодня, если не успеем, то завтра будут на сайте. Да, да, да. А в Инстаграме можете заказывать так.
Да, мы сейчас вам так щелкнем для заказа, кинем пока такую черновую фотографию, чтобы вы видели, да, наглядно, если захотите заказать, чтобы знали, какие номера этих цветов. А потом мы уже сделаем красивые фотографии рекламные, выставим все на сайт, где вы сможете набрать быстренько в корзинку, оплатить, и мы вам отправляем. Пишут спасибочки, девочки и мальчики. Отправляем Почтой России и с деком, поэтому выбирайте. Отправляем по всему миру, очень много за границу. Вот уже сколько недель мы носимся, мы говорим, покорили весь мир. Очень-очень много мы скоро будем знать языков. Вот. Все. Все посмотрели. Вопросы будут. Обращайтесь. Всем пока-пока. Хорошей трудовой рабочей недели. Пишите, звоните. Всем до свидания. Пока-пока. До свидания.